Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Милости Твоей полна земля. Аллилуйя. Прости нас, Господи, помилуй и благослови. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. На Тебя уповает душа моя, и помилуй меня. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости нас, Господи, и помилуй, и благослови. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Христе Боже наш, за милость Твою, за любовь, долготерпение. Ты позволил вступить в этот день, которого никогда еще не было во Вселенной. Благодарим Тебя, Христе Боже наш. Великие милости Твои, щедроты Твои в этот день. Благодарим Тебя, Иисусе. Спаси нас, Господи, и помилуй. Псалом 115. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы. Господи, слава Тебе. Ты разрешил узы мои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Тебе принесу жертву хвалы, имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, истина Господня вовек. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, единый вечный Господь, сотворивший этот мир. Благодарим Тебя. Хвала Тебе, честь и поклонение за Твое долготерпение к роду сему. Ты позволил нам спуститься в эту тьму, в это ущелье мрака, разврата, пьянства, табакокурения, сквернословия, и этим людям возвестить о любви Твоей, Господи. Помилуй нас, помилуй. Ибо нездоровые, а больные нуждаются во враче. Ты наш врач, Христос. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе да превыспрених! Благодарим Тебя, милосердный Создатель, Господь и Бог наш! Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не изложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока.
Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника! Ты Бог мой, буду славить тебя! Ты Бог мой, буду провозносить тебя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Аллилуйя! Хвала тебе, наш Господь, и слава во веки веков! Аминь! Слава тебе, Боже наш! У вас вопросы какие-то есть? Ничего нет? А то я подумал, что вы тут... Хвала тебе, милосердный! Благодарю тебя, Господи! Велики щедроты твои, Христе Боже наш! Мы уповаем на тебя! И никто, уповающий на Бога, не постыдится вовек. Аллилуйя! Слава тебе, Христе Боже наш! Дивна милость твоя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Хвала тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и присно, и вовеки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Хвала тебе, честь и поклонение, слава и благодарение единому вечному Богу. Аллилуйя! Слава твоя уповаем, к тебе прибегаем. Благослови нас, Господи. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Слава тебе, наш Господь! Слава тебе, милосердный Создатель! Ибо нет иного Бога, кроме тебя, столь любящего творение свое. Аллилуйя! Благодарим тебя, наш Господь, за твое долготерпение, за явленные чудеса твои. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй! Прости и благослови! И презрели они землю желанную, не верили слову Его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господни. И поднял Он руку свою на них, чтобы низложить в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору, ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и в роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них. Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Аллилуйя! Не истребили народов, о которых сказал им Господь. Слава тебе! Но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью. И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Прости нас, Господи, и помилуй. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам хананским. И осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа
на народ его, и вознушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирились под крепкую под рукою их. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. Найди новые души. И добрых слушателей пошли, Господи. Как мало людей, желающих приблизиться к Тебе, познать волю Твою, Христе Боже наш. Воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирились под рукою их. Смирялись. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничтожаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними и раскаивался по множеству милости своей и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш! И собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ «Аминь». Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение за все Твои милости и щедроты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Ты дал нам честный животворящий крест на побеждение супостатов. Хвала Тебе, наш Господь! Милости Твоей полна земля. Мы прославляем Твое всемогущество. Аллилуйя! У вас вопрос какой-то есть? Нет вопросов, в принципе, нет. Нету, да? Ну, тогда ладно. Тогда просто покажем наши ресурсы. YouTube. Сайт и форум. Если к первой строчке добавите сайт, зайдете на сайт, а первая строчка – это YouTube. У нас там 14 100 роликов. Ничего себе. А если возьмете просто вот это по скайпу поговорить, моя фамилия, имя. Понял. Будем знать. Да, считайте. Вам ну, так видно так? Да, видно. Ну вот, только когда придете, напомните, скажите, что мы здесь вот в рулетке встретились, в этой бездне греха и тьмы, да. Вместе прелюбодеяния и злодейства. С Богом! Храни вас, Господь! До свидания! Благодарим Тебя, наш Господь, за Слово Твое, за возможность благовествовать об имени Твоем и о скором пришествии Твоем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты возвестил народу Твоему, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет, и будет вместе с дьяволом брошен в озеро огненное, где мучения не прекратятся никогда, во веки веков, и день, и ночь. И там будет слышен постоянно плач и скрежет зубов, и более всего погибает на блудном мытарстве, на разврате. И взрослые содействуют, втягивают в этот грех и детей. Какое великое горе ожидает их. В какую нечистоту сатана погрузил сегодняшних людей. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Яви щедроты Твои, дай страх Твой правителям, дабы мудро управляли.
дабы достойно могли люди жить, чтобы было из чего уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения правителей. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, посети детей Сирии, помоги им, заброшенным, оставленных родителями. Пощади их, Господи. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе во веки веков. Аминь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое возвещает все чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте. И нечестивым, не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, на полное смешение, и Он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Яковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь и Спаситель! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Боже мой, хвала Тебе. Ты послал нас на тяжкое поприще опуститься в эту бездну греха и тьмы. Ибо люди утопают здесь в разврате, в прелюбодеянии. Дьявол сорвал с них одежду, дабы показать всю срамоту свою. Пощади их, Господи, открой им истину Твою. Они не показывают лица своего, как Адам, согрешивший в раю, спрятался от Бога. Будь милостив к нам. Господи Боже наш, слава Тебе! Пошли благовестников Твоих по всему лицу земли. Пошли их к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Благодарю Тебя, мой Господь, за все Твои милости и щедроты, за Твое долготерпение. Коснись сердца этих людей, не знающих Тебя. В какую бездну греха сатана столкнул людей? Сколько бесстыдства, прелюбодеяния, измены, табакокурения и наркотиков. Такую короткую жизнь они наполовину еще укорачивают. И после смерти обрящут только тьму и смерть. И вечное мучение с сатаною в аду. Помилуй, Господи, помилуй этих людей. Найди их и обрати. Хвала Тебе, наш Спаситель. Честь Тебе, поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Благодарим Тебя, наш Господь. Великие и неизреченные милости Твои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо Адам, согрешивший, прятался от Тебя и не показывал лица своего. И это поколение сгорает в дыму адском, ибо дьявол обольстил их и не дал даже воздуха дышать. Жалься над ними, Господи, бедными и несчастными, не знающими пути спасения. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе!
Милости Твоей полна земля. Найди новые души, обрати их на путь покаяния. Из этой бездны греха, разврата и прелюбодейства извлеки их. Ибо жизнь их сатана обрезал наполовину. Сжалься над ними, откроем истину, что Ты, Господь Христос, умер за их грехи, что безмерная любовь Творца касается и их. Откроем сердце для принятия истины Твоей. Ты показываешь, какое горе ждет человека уже здесь на земле. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!